Наталья Комарова поздравила с днем рождения югорчанина, которому недавно исполнился 1 год. Подарки для Романа, сына военнослужащего, глава региона передала в Сургут. С отцом малыша губернатор встретилась во время своей рабочей поездки в Донбасс, когда общалась с югорчанинами, участниками СВО. Во время такой беседы один из военнослужащих контрактников рассказал, что его сыну буквально через месяц исполняется годик, и на этот праздник боец не успевает. Аудитории телеграм-канала «Югра солдату» губернатор пообещала поздравить малыша. Вместе с подарком для будущего защитника Отечества его маме вручили карту «Забота». Это региональный проект поддержки семей участников СВО. Когда созваниваемся, конечно, рассказываю, показываю, где папа, кто папа. Потому что он уехал, когда еще у ребенка как такового сознания не было, где мама, где папа. А сейчас он уже более-менее вот понимает все. Но когда созваниваемся, видит папу, улыбается. Конечно, гордимся. Гордимся всей семьей, всеми родственниками. Все гордимся, все очень ждем, очень любим.